Кроме того, в окружной столице прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню Героев Отечества. Они способны на подвиги ради своей родины, наделены душевной силой и благородством, с боевыми братствами округа, военно-патриотическими и общественными организациями, родственниками военнослужащих, кадетами и юнормейцами встретилась губернатор Югры Наталья Комарова. Глава региона вручила государственную и окружные награды. День Героя – это в первую очередь, это как бы те люди, да, на которых мы воспитываемся и воспитывались, да, это наши деды, прадеды, которые воевали в Великую Отечественную войну. Это старшее поколение, ребята, вот, которые прошли Афганистан. Я как бы младшее уже поколение, что воспитывался на их поступках, на их подвигах. Не так давно стали праздник этот отмечать, но так как наша общественная организация занимается, вот, уроки мужества проводим в школах города Сургута, затем привлекаем детей, ну, на различные спортивные, военно-спортивные мероприятия. Если мы не будем помнить героев, то кто вспомнит потом о нас? Стоит отметить, что также 9 декабря в окружной столице прошла церемония возложения цветов к мемориалу славы в Парке Победы. Добавлю, по решению губернатора округа Натальи Комаровой, развлекательные и концертные программы в честь Дня образования округа отменены.